Друзья, приветствую с новой рабочей неделей. Благословим каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И сегодня ночью у меня ушел сон, и мне ничего не оставалось делать, как пребывать в присутствии Господа. И вы знаете, я хочу передать то, что получил на сердце, потому что у каждого из нас есть какие-то в течение недели вызовы, какие-то планы, решения, которые нужно принять, дела, которые нужно сделать. И вот я перечитал Луки первую главу, которая заново ожила для меня. И самое главное слово, которое я хочу передать, как у тебя все получится на этой неделе, это Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Ибо рождаемое от Господа, в случае с Марией это был Сын Божий, а в нашем случае это все, что будет от Сына Божьего. Но здравствуй, вот кошка, как только начинаю записывать, сразу сюда приходит. Так вот, драгоценная, и это номер один. Как ты все сделаешь, как ты все получишь и победишь силой Всевышнего и Духом Святым, который сойдет на тебя, который уже живет в тебе. Слава Богу. И второй момент. Дорогие, я не часто так обращал свое внимание, но если ты получил такое слово, это реально, если оно для тебя живое, и ты его получил и сложил в свое сердце, то вспомни, а от кого пришло это слово? Это слово пришло от архангела Гавриила. И вы знаете, сегодня ночью я обратил на это внимание, и знаете, я скажу, из-за того, что я сфокусировал свой взгляд на получение слова и от кого оно пришло, я пережил встречу с архангелом Гавриилом. И тебе на этой неделе того же желаю. Да будет благословенна эта неделя в твоей жизни. Спасибо Господу Богу. Аминь.